Все дороги ведут в Баргузинскую долину. Природную достопримечательность в Бурятии хабаровские художники пишут во второй раз. В планах еще одна творческая командировка. Очередную выставку, посвященную высоким горам, просторным степям, открыли в галерее имени Федотова. Татьяна Репина сейчас расскажет более подробно. Три художника из Москвы, из Санкт-Петербурга, один художник. Кроме того, лесозавод Приморского края, Комсомольск-на-Амуре, ну и я, и Хабаровск. Всего 100 произведений. 100 работ, и на всех Бурятия. Пишут горы Баргузинской долины и просторные степи художники второй раз. За плечами летние и осенние командировки. За 10 дней учились растворяться в природе, а потом и на холсте. Когда художник куда-то приезжает, то люди начинают видеть мир другим. Они начинают видеть мир глазами других людей, потому что мир, он разный. И художники все разные. На коллективных пленэрах выражали не только свою индивидуальность, но и подмечали чужую. Оказалось, живописцы из западной части России более сдержаны в цветах. Говорят, это потому, что солнце на Дальнем Востоке светит ярче. Вот «Мать-гора» – это художница Мария Смахти написала, одна из Москвы. Мы можем сейчас мою работу посмотреть, там другая совсем по цвету. Моя работа та же самая, «Мать-гора». В Улюкчикане, видите, совсем другое по цвету. Съехали с трассы, обалденный вид. Священная гора тут рядышком. Творческую командировку в Бурятию организовали специалисты Санкт-Петербургского центра гуманитарных программ. За 10 лет художники со всей России побывали на сотне пленэрах. Дальневосточники смогли прокатиться не только по России, но даже побывать в Индии. Очередная поездка состоится совсем скоро. В сентябре хабаровские художники снова отправляются в путешествие по Бурятии. Пункт назначения – та же Баргузинская долина. Писать ее можно вечно, уверяют мастера. Можно даже с одного места создавать такие шедевры классные. Просто нужно посмотреть это иначе, пережить. Потому что вот за этот год у меня другие знания. Кроме хабаровчан, в Улан-Удэ прилетят еще 30 художников из разных регионов. В это время выставка бурятских пейзажей отправится в Биробиджан. Татьяна Репина, Павел Павлов, телеканал «Губерния».